Что мы привозим из путешествий с Авито? Кэшбэк бонусами на следующую поездку. Авито путешествие. Все пройдет, как забронировано. И с кэшбэком бонусами. Всем привет, друзья. Это новый влог. Все. Ой, старая я. Слушайте, ну, чуть не забыла. Сегодня воскресенье. И сегодня, хотела сказать, выходной. Ну, как бы нет, не выходной. Будний день, да? Воскресенье выходной. Ну, у нас обычный день. Собственно, мы сейчас, я собралась, уложилась, вчера на самом деле голову помыла и легла с мокрой головой спать. Проснулась, она была еще такая влажненькая, но я думаю, не, я уже не хочу вставать, сейчас вот это вот шуметь, нафиг надо. И сегодня выпрямила волосы, вот так вот вытянула их, собственно, сразу такая красотка, не описать словами. Сделала себе макияж, что-то у меня, я не болею, ничего, но знаете, иногда... как будто воздуха не хватает, а этот, как всегда, беременность прошла, отдышка осталась. Ну нет, отдышки, кстати, у меня нет, все хорошо. И зрение мое почти восстановилось, но, по-моему, я об этом уже говорила. Неважно, просто это обязательная информация, которую вам нужно сдать, естественно. Вот, мы сейчас идем на обед к родителям в соседнюю квартиру, как нам пишут. Кать, вы как Воронины на одном этаже живете, да. Самое главное, чтобы не как Воронины, когда они начали друг друга сводить с ума. Но на самом деле у нас все нормально. Никто никому не надоедает, очень даже здорово. Мама приготовила суп, пригласила нас на обед. Вот, я супы, ну, сейчас-то вообще, конечно же, не варю. Вот, ну и плюс мы их едим достаточно редко. А сейчас мамуля, она любит супы, они всегда варят, поэтому она нас периодически приглашает, и мы такие, конечно, пойдемте, чего же отказываться. Но на самом деле я ем реально суп крайне редко и люблю, знаете, какой? Борщ, люблю куриный, ну вообще много мне какие нравятся, там грибной, например, щавельный, в детстве я очень любила, что-то у меня сразу все супы из головы вылетели. Что еще? Ну, наверное, вот куриный и борщ – это база. Вот его я, допустим, готовлю. А все остальное – нет. Поэтому пока мы здесь, пока мама рядом с нами, мы можем, ну, не то чтобы кайфовать, разнообразить свои виды супов. Ну, реально, просто я никогда ни в ресторанах особо не заказываю, крайне редко. Вот, и дома. Ну, мы не готовим, потому что нам не особо нужно. Так. А за кадром вот такая история. Но на самом-то деле это просто все постирали, и я вытащила, ну, как бы оно высушилось в сушке, но это нужно как бы постирать. Честно говоря, сейчас вообще абсолютно не все мы... постирать, погладить. Не все гладим, но если прям как из одного места одежда, то я ее проглаживаю, потому что у меня глаз дергается. Ну, понятное дело, вот это вот, знаете, супер так неаккуратно. Естественно, если есть время, желание, возможность. Вот, а так можно и фиг забить пару раз. Я вообще ничего не гладила. Получилось, знаете, как на конвейере. Постоянно туда-сюда, туда-сюда. Стираешь, только постираешь, уже все обратно грязное опять нужно стирать. В общем, поэтому здесь такая куча, ее нужно разобрать. И вот такие вот новиночки. Я на Озоне заказала. Вот такой вот бренд. Так, знаете, как он называется? Сейчас я вам покажу, девочки. По-моему, не этот я имею в виду. Это, видимо, я от какого-то другого заказала. Ну, во-первых, смотрите, что за мимимишность. Я не могу. Это тоже нужно будет постирать. Да, видимо, он так и называется. Cool Club, что ли? Чё? Нет, вот этот вот магазин. Вот его я хотела посоветовать. Ладно, сейчас покажу вам. Мне кажется, что это не он. Это другой. Как-то он назывался. Ну, в общем, в любом случае, смотрите, здесь, кстати, цену забыли убрать. Обычно ее убирают, вот здесь отрывают все, чтобы... А, нет, здесь тоже есть. Что-то я вообще лоханулась, да? Такая, все отрывают. А, ну вот, вот здесь вот отрывают, видите? Так вот, вот такой вот и все у нас есть красивенький. Ну, с бантиком. Бантик чуть-чуть завалился. Я много всего заказала, но уже часть просто в стирке. У меня реально осипший какой-то голос. Вот такие вот обычные, просто, ну, знаете, на каждый день. Но это на постарше чуть-чуть, буквально, наверное, через месяц нам.
Вот, и вот, что это за чудо, что это за класс? Ну, я не знаю, это супер мимимишно. В общем, вот, вот так вот бренд называется на Озоне. Там детская одежда, и для младенцев, ну, я заказала достаточно много всего классного. Это, не знаю, изготовить... А, производитель Италия, страна Китай. Ну, шьют в Китае, в... где-то еще была здесь наклейка. Бангладеш, вот. Короче, вот такая вот красотулечка. Я не могу, это просто, это супер мило. На самом деле, может быть, кого-то это не умиляет, но я вообще, я как представляю Мирошу вот в этом вот костюмчике. Мне сразу такой, о май гад, about. И я еще столько всего купила, там заказала реально, но просто из-за того, что все в стиралке, не буду вам уже показывать. Ну, в общем... Если кто мамочки, там есть не только для младенцев. Вот этот вот бренд попробуйте найти. А, ну видите, вот это вот... Короче, непонятно, что к чему. Просто здесь такая же наклейка, как и здесь. Но вот это вот OFC вроде не написано, да? Короче, название на Озоне этого бренда вот так вот выглядит. Сейчас, секунду. Опять я потеряла, да? С ума сойти. Я ж только что показывала. Что у меня... Что-то у меня сегодня не это. Не алло. А, вот-вот. Вот так вот он называется. Извините, извините. А еще что самое интересное, на Озоне есть этот, как его, Зара. Вообще огромное количество, ну, то есть магазинов, которые из-за границы, как бы, которых у нас типа нет, но они привозятся не из-за границы, видимо, там, ну, продавцы также выкупают, наверное, и продают. То есть вы заказываете даже для взрослых одежду из Зары. Конечно, наверное, там выбор немножечко другой, не такие супер актуальные модели, ой, коллекция, как в магазине, допустим, сейчас бы были бы, но... Все равно, если кому-то интересно, можете, ну, посмотреть. Потому что я реально, честно, я уже писала это в сторисах. Я говорю, господи, удалите, у меня Озон. Я там заказываю все. Просто, я не знаю, от тряпки до одежды, от бытовой техники, да все просто, абсолютно. Но это так удобно. Сейчас вот я не представляю, как мы раньше жили без всяких доставок. Вот. Ну это же было невозможно так жить. Вот. Сейчас в магазин ходишь, так, ну, крайне редко, действительно. Так вот, только если по нужде. Ну, то, что, наверное, не найдешь или не очень удобно покупать в магазине. Ну, например, себе одежду какую-то. Я больше предпочитаю там, да, в магазин идти покупать. Потому что потом сдавать это обратно, ну, так, муторно. А в целом... Ну, все остальное можно заказать. Позвонила маме, они еще немного заняты, поэтому мы попозже пойдем. Вот, Мироша еще тоже спит. А мы, во-первых, сегодня хотели с мамой съездить в магазин, но магазин, который мне нужен, работает до 5. Мы уже туда, вероятно, не успеем. А именно я хочу съездить в магазин в детский, потому что мы решили купить Мирону, что-то у меня вот здесь... Знаете, вот этот, в этом костюме вот так складывается, не очень красиво выглядит. Вот, мы решили Мирону купить коляску, как-то она называется там, прогулочная вроде так, хотя у нас на шасси тоже есть прогулочный блок, ну, в общем, которые легкие, берут в отпуск с собой. Я в прошлом блоге обсуждала с вами, что лучше взять, автолюльку или полностью коляску. В итоге, естественно, какому-то общему мнению не пришли, кто-то писал, что по-любому автокресло, в нем можно лежать, в нем там нормально ребенку и там ездить, допустим, безопасно. Кто-то написал, что, блин, Кать, ну, ребенок там даже 3 часа у вас постоянно будет спать в коляске, это вообще типа не ок, лучше обычно. И в чем суть? Мы решили третий вариант выбрать. Ну, во-первых, мы сейчас полетим в Сочи, да, и у нас коляска офигенная, но она тяжелая. Даже брать то же самое автокресло, просто вот так вот, оно тяжеленное, ну, то есть оно прям такое. И шасси, оно полноценно, прям в небольшой такой квадратик не складывается. Естественно, оно немножечко, ну, как бы колеса убираются, но в целом оно где-то вот такое вот по итогу. И, ну, не особо мобильная такая коляска. И мы поедем сейчас в отпуск,
на неделю в Сочи. Как бы мы туда едем не как на море, да, потому что там сейчас достаточно холодно. Ну и, честно говоря, в Сочи отдыхать, как на море ехать, это супер дорого. Вообще, в целом, у нас сейчас такой курорт, да, ну, дешевле действительно слетать куда-нибудь в Турцию в All-Inclusive, чем на своем побережье отдыхать, вот так вот. Но не в этом суть. У нас там будут друзья, и мы хотим с ними встретиться, они просто там будут жить. Поэтому мы решили к ним слетать. Все равно, конечно же, там теплее, сменить обстановку, увидеться с друзьями. Ну и такой своего рода отпуск. Но, возможно, таки там, допустим, в июне мы полетим на море. Именно куда-то там уже, допустим, в Турцию. Не знаю, посмотрим. И также обычно мы в августе с мамой летаем отдыхать. Летаем отдыхать, когда у Дани сборы. Сборы, это он уезжает, ну, не знаю, допустим, на 2 недели куда-то на базу, и там тренируется с командой, ну, то есть, как бы, по сути, я в это время нахожусь одна. И чтобы, ну, как-то провести более здорово время, мы летаем в отпуск в августе с мамой. Ну, как минимум, так было 2 раза. Вот, один раз мы в сентябре в Турцию летали, потом в августе вот мы последний раз в Турцию летали. И, возможно, таки тоже, почему бы и нет, да? Если есть время на это, возможность, и я думаю, что, может быть, тоже отправимся. В общем, этот прогулочный блок, точнее, не блок, а коляска нам будет очень даже актуальна, потому что они легкие сейчас, складываются вот в такой вот чемоданчик, весят там 5-6 килограмм. Ну, мне кажется, что это правильный вариант. И хотелось бы уточнить тот момент, что некоторые, допустим, мне пишут: «Кать, зачем вы там это покупаете, и это покупаете?» Во-первых, хочется. Это самая главная причина. Это, как минимум, наш первый ребенок. И не то, что второму ребенку мы ничего не будем покупать. Нет. Во-первых, для второго ребенка, ну, возможно, таки большая часть уже останется от первого. Ну, естественно, если это хорошего качества, ну, почему бы и нет? Не вижу в этом ничего плохого. Вот. А во-вторых, например, ту же самую нашу коляску, мы ее купили, да. Но я думаю, мы ее продадим, когда она нам уже будет не актуальна. Потому что не знаю, когда у нас будет второй ребенок, и даже это если будет там, допустим, через 2 года, да, там, или через 3, ну, уже будет огромное количество, возможно, других колясок. А может быть, у нас будет девочка, допустим, и мы захотим не черную коляску, а белую, розовую, что-то такое. Поэтому я считаю, что хранить коляску там года 2-3, ну, так себе история, проще ее продать. И на самом деле эти коляски не особо теряют в цене, если особенно они. Особенно, если они в хорошем состоянии. Вы знаете, я действительно очень аккуратный человек, я слежу за своими вещами, поэтому надеюсь, что, ну, как бы все будет ок, мы просто ее продадим. Понятно, что это будет относительно дешевле, но это будет лучше, чем она будет тупо лежать где-нибудь на полке. Человечек проснулся и спать не хочет больше, да, Мирошкин? Мирош. Мирош уже начал улыбаться. Ну, еще, знаете, не прям постоянно. Он сейчас на меня смотрит. Серьезный. Всегда просыпается вот так вот. Дратвуйте. Супер серьезный человечек. Че, бусинка? Папа, скажи, хватит меня целовать? Ой, хватит меня уже целовать, скажи, мне надоели. Только глаза открыл, вы меня уже всего тут зацеловали. Ни минуты покоя. В общем, да, в общем, такой мой сладенький, на колясочке, он на коляске из одной квартиры в другую ездит, из коконатики, да, такой собственный автомобайл. Здравствуй, Нотонька, с тобой не поздоровались даже, не поздоровались с Нотонькой, да, Нотонька, здравствуйте, вы как тут? Девчонка, да, девчоночка, да. Темные ночи. Да, ну, то просто чисто села такая на полку.
Но ты норм? Ну, нормально? Тебе нормально тут сидится? Ты нотенькин. Нотенькин, 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 нотенькин. Мы, кстати, отдали этот, как его, ноте, вот эту кровать, потому что Айс вообще на ней не лежит. От слов совсем. И мы вот сестре его. О, Мироша. Данила взял Мирона, и Наташа ко мне такая: да, ты меня возьмешь, возьмите меня, пожалуйста. Но это очень любвеобильная, она прям, знаете, но она такая девочка-девочка, она такая ой-ой-ой-ой-ой-ой, Нотенька, скажи, ну вы чё ко мне, блядь, пристали, вы чё, блядь, это вообще такая бедная шпачка, бедная, никто меня не любит. Просто, нота, хватит, у нее рот не закрывается, она просто чисто, нота, нота, так, нот, нельзя, нельзя, все, нельзя, все, знаете, как с ребенком, если не затормозишь, она на голову сядет. В общем, мама приготовила щи. Я вообще не особо люблю щи, кстати. Вот. А я взяла, а можно мне, пожалуйста, чай сделать? Пожалуйста, пожалуйста. Время 4 часа, я еще ничего не ела. Ничего вообще. Я взяла сырники. Я это так, друзья. Я говорила, что я суп не буду есть. Но Данька съел. И она так аппетитненько выглядит, и я прям такая думаю, ладно, давайте. Смотрите, мне мама в какую, как ты ее лоханка назвала? Просто, а нет, ну, родители-то переехали, не переехали полностью. Ой, я хотела майонез добавить, можно? Майонез, главное, легкий. Вот, нет глубоких тарелок, но они полностью уже, не полностью переезжали, поэтому... Чем богаты, тем и рады. О, такой хорошенький. Майонезик. Вот, короче, такие делишечки. Поэтому сейчас Мирошечка активничает. Мы едим суп. Потом все, покормим Мирошу. Он спать. А мы с мамой сваливаем. И Мирошу с папой. Ну или не спать. Да не-не, у него сейчас время, когда он уже должен ложиться спать. Все, приятного. Мне аппетита. Мы, значит, выезжаем и едем сначала в магазин посмотреть коляски. Вот. Я позвонила, ну, куда мы планируем поехать. И нам сказали, что они еще работают. Хотя у них было написано, то, что они работают до 5. Хорошо, что я решила такая, думаю, ладно, позвоню, но вдруг неправильно написано или что-то такое, либо они просто решили остаться, потому что они спросили, сколько вы планируете приехать? Я говорю, ну вот, там минут через 20. Она такая, ну, мы вас подождем. Не знаю. Хотя, знаете, не спрашивала, типа, точно ли. Ну ладно, это не суть. А еще скоро у мамочки день рождения. Уже послезавтра мы поедем отдыхать опять в тот загородный комплекс. Нам там понравилось. Вот, ну, буквально тоже на денечек сходим в баню. В этот раз мы сняли отдельную баню. То есть в прошлый раз мы как бы в общее место ходили, там же общественная баня. Но это место было совсем новенькое. Сейчас уже, мне кажется, многие о нем узнали. И это праздничные дни. Поэтому мы подумали, что в общественной бане будет очень много народу. И, конечно, ну, учитывая то, что день рождения, хочется все-таки в интимной обстановке побыть. Ну, отдельно от всех. Потому что даже в прошлый раз у нас, ну, у нас небольшая компания, естественно. Просто отдохнуть чисто, даже не какое-то празднование. Я не могу все этот браслет, посмотрите, застегнуть. Еще хотела, знаешь, что сказать? То, что у меня же сломалось кольцо Cartier. А вот этот гвоздик, который у меня был, он немножечко разъединился. И мне нужно сдать его в, ну, сервис. Но мы никак не можем доехать, потому что действительно, ну, когда ребенок, у тебя меньше дел. Раньше мы постоянно в магазин, каждый день, там, ну, даже не в магазин, куда-то ездили, что-то делали. Сейчас вылазки даются намного сложнее, я не могу реально застегнуть. Но я переживаю. А вообще, по сути, я думаю, конечно, они должны сделать, но не факт. Потому что уже прошло достаточно много времени, но, по-моему, у них, ну, обслуживание не как из серии, там, гарантия год, например, на постоянной основе. И про коляску нам тоже писали. Кто-то написал, что,
Даже не пытайтесь тратить на это время, ерунда. Ну, в плане не то, что это ерунда, а в плане то, что... Ну, никто вам ничего не будет. Ни в суду, в суде, как правильно, в суде, в суде, ни в суде не будут с этим разбираться. А кто-то написал, Кать, вы имеете право по такому-то закону обязательно делайте экспертизу, 100% выиграете. Мы, честно говоря, не решили еще, что с этим будем делать. Может быть, и ничего. Ну, как-то откровенно не хочется, наверное, тратить на это время. Но, с другой стороны... Это очень несправедливо. Мне написали, что, Катя, расскажи об этом всем в сторис, отметь Сайбакс, отметь магазин, может быть, они и зашевелятся. Ну, может быть, стоит попробовать. Как минимум, даже рассказать не потому, что что-то они сделают, но это тоже, а предупредить, что могли бы, кто покупает, чтобы всегда проверяли вот прям в магазине, образно, ну или прямо в первый день. И мне кто-то написал из серии, Кать, а чего вы сразу не проверили? Я уже говорила, по-моему. А, нам сказали, что есть гарантия, если какой-то брак, то вам вернут, там 2 года, по-моему, что ли, гарантия, да? Ну вот, а я была беременна, вы сами знаете, я сюда прилетала там из серии на несколько дней, чтобы там закупить какую-то мебель, выбрать что-то. Мы купили эти коляски, нам сказали есть, думаем, если что-то вдруг случилось, то нам обменяют, потом Сайбакс решит вопрос. А в итоге никто ничего не меняет. Ну, ладно. В общем, если бы, конечно, знали, что так получится, конечно, бы проверили, но мы, к сожалению, не знали. Ну, а доставать это было, все это так упаковано. Считайте, мужчин у нас по факту не было, Данила был в Тольятти, на выездах, Толя тоже работал, нам с мамой эти коляски доставать, разбирать, мы подумали, что, ну, как-то нерезонно. Ну, и плюс, учитывая, что мы покупали ее достаточно заранее, достать ее и оставить было бы тоже тупо, потому что бы она просто пылилась. Ну... Как вышло, так и вышло. Все, поехали. Девочки, у нас бьюти-минутка. Вы знаете, я, можно сказать, фанат шопинга в аптеках. Не раз об этом рассказывала. И да, я ничего не перепутала. Просто помимо лекарств, всего прочего, я очень люблю покупать косметику в аптеках. И, кстати, по советам фармацевтов, у меня на полочках появилось очень много классных фаворитов. Поэтому я сейчас покажу их вам. Первый любимчик – это вот такой солнцезащитный невидимый флюид Ангелиус. Очень легкий, быстро впитывается, а самое-самое главное, он отлично защищает от всех ультрафиолетовых лучей. Никаких покраснений, ожогов и пигментации, поэтому смело берите на заметку. Следующее средство, которое я выбрала в аптеке, это вот такой дезодорант от Виши. И что я хочу сказать, я его уже затестила несколько дней, и он действительно работает. То есть, чем бы я ни занималась, там, например, прогулка, уборка, спорт, пользуясь этим дезодоратом, можно ни о чем не переживать. И последний продукт – это шампунь против выпадения волос Dercos Energy Plus. Все врачи рекомендуют после рождения малыша следить за качеством волос. В аптеке мне посоветовали именно этот шампунь, так как он укрепляет стержень волоса и предотвращает его ломкость. Сейчас им пользуюсь и могу сказать, что моя привычная густота волос не уменьшилась. Волосы блестящие, мягкие, так что обязательно буду брать еще одну баночку. Все эти товары вы можете приобрести в аптеке 36.6, как офлайн, так и онлайн. Все ссылки я для вас оставлю в описании. К тому же сейчас на их сайте действуют очень приятные скидки, а при покупке средств Виши или Рашпазе можно принять участие в классном розыгрыше и выиграть подарки. Переходите, делайте заказы, а мы возвращаемся во влог. Мы приехали, погодочка уже такая хорошенькая. Я уже прям, видите, даже без жилетки, без всего. Поехали в другой магазин, не в который мы в прошлый раз были, хотя нас там обслужили хорошо, но знаете, после нашей коляски осадочек как будто неприятный остался. Поэтому мы другое увидела. Я его увидела опять же таки на Озоне, думала типа заказать там, но потом решила, что нужно офлайн съездить. И вот, кстати, как у нас кроватка, так у нас чуть-чуть другого цвета. Вон коляску, которую мы тоже смотрели. У наших как авто. Смотри, зелененькая тоже симпатичная. Но вот у меня все черное. Сейчас еще посмотрим, есть ли здесь коляски. Она такая есть голубенькая, которую я смотрела, есть черная. Но мне кажется, черная самая универсальная и удобная. Вот у нас есть вот такая вот прогулочная, но все равно коляска так она. Ну, она тяжелая очень. И очень габаритная. Она вот прогулочная, она, например, она не складывается. Ну, то есть, вот это вот.
ты не так вот в чемоданчик. Мы просто еще, знаете, подумали о чем. То, что ладно, это не так проблематично, если ты там на своей машине или что-то такое. Это проблематично. Мы, допустим, заказываем такси, да? У нас как минимум будет 2 чемодана. И вот, ну, коляска элементарно в такси такая большая не вылезет. А я черненькую. А? Ну, 1 месяц это, да? Да, 2 месяца. Ага, я вам тогда сейчас покажу варианты, которые идут с рождения. Да, да. Вот одна я смотрела, ну такая. Не, мне не такая нравилась, по-моему. Вот видишь, они еще голубенькие бывают. Так, смотрите, вот эта вот Бизи, она будет чуть потяжелее, да, там, по-моему, около 8 килограмм. Но здесь есть полный угол разложения, вот так вот. Можете. Угу. А у нее перекидывается? У нее не перекидывается. В формате нет реверса блока. Сейчас я вам покажу вариант с реверсом. А вот Орфео, которая, она, по-моему, она и спереди нет, можно, и сзади. Это классика самолетной коляски, они все только лицом к небу. Это прям вообще классика кабинная коляска. Здесь просто усеченный вариант. Она вот в этом плане. Нет, подожди, я смотрела, где было вот так вот туда скидывалось. Это Мелио, да. Да, она для младенца будет оптимальна. Почему? Потому что можно и вот так целиком закрыть. Да, но она у них самая, по-моему, она 1080, по-моему, 90 стоит, да? А эти под 40. Да, то есть она будет подороже, ну, да. Но мы вам можем предложить вариант, у нас есть уцененный. А, ну, там, наверное, что там уцененное? Там что-то. Да, там, ну, она, наверное, там не 50% уже скидка. Вот как раз она будет 50, и вот, мне кажется, вот она и есть. Мы ее достали из коробки, видите, она новая, просто у нее исцарапан бок. Ты такая добрая. Извините, ну просто это очень для полета, потому что все равно. Это просто очень большая скидка. Я ее вчера собрала. Именно, да. Можем ее предложить. Со скидкой там будет скидка где-то 45%. Ну, что вот чуть-чуть, ну, конечно, это все. А, ну, она просто нам пришла в возврате, то есть она новая, ее не катали, но, видите, она вот с нюансами. А вот это, вы говорите, это вот эта вот Орфе, она не перекидывается. Все коляски, да, они не имеют реверса-блока. Они все вот такие. Только вот это у них идет. А Мелио только с реверсом-блока, да. Смотрим вот такой вот Мелио, как правильно называется. И, слышно, он везет, короче, на коляске. А, в наличии вот такая вот только. И у нее вот здесь вот... А, с той стороны... Вот еще один матрасик. То есть его можно... Он чуть-чуть пошире, да? Пошире, да. Это на более старший возраст. И вот еще одна подушечка. А вот это можно не использовать, например... Вот видите, как можно с него удобненько, что можно лицом ребенка держать, потому что на всех остальных такой функции нет, только сзади. А когда он совсем малыш, то, конечно, это вообще неудобно. Да, да. Ну, я думала просто, что на этих тоже можно перекидывать. И, ну, давайте нам вот эту вот тогда коляску. Да, да, да. В общем. Такая у нас. Ну, в смысле, потом, если продавать или что-то гарантию, да? Короче, я не знаю, нам везет реально на царапины, на все такое. Кого? Да, да, чехол, да, тоже. В общем, в целом нам сказали даже реально удобно, в торговый центр ее проще с собой взять. Автокресло зацепить в этом, в машине, и просто опуская, оно там будет. Потому что мы обычно вот так вот туда-сюда прыгаем. Это, конечно, менее удобно. Но я смотрела сначала эту коляску. Но я подумала, блин, ребят, ну за 90 тысяч покупать коляску, ну, я не хотела, честно. Потому что такая думаю, блин, ну, дороговато. Думаю, вот такие вот возьму, они тут что-то 35 стоят. Но я... предполагалось, что они перекладываются. А тут, представляете, отчасти судьба, ну, блин, ну да, царапинка такая. Я просто крейзи, знаешь. Ну да, ну вот здесь вот чуточку такие вот, видите, беленькие вот штучки. Мне кажется, тут даже можно помыть и нормально. Ну да, все равно используешь. Короче, и тут еще в чем прикол, то что у этих... полулежа немножечко, а здесь можно прям вот так вот поставить. То есть, когда ребенок будет сидеть, еще не будет сильно контролировать свою статику так, то есть, ну, может заваливаться, то ему это удобней. Ну, а в целом, что, все, такая коляска, супер, ну да, супер легкая, она 6 килограмм весит. Представляете, 6 килограмм, почти как ребенок. Ну, классная.
Ой. Ну, короче, купили коляску. Не, ну я считаю, что урвала. У нас хотели ее забрать, и мы урвали. Да нет, 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 нет. Ну, короче, я эту коляску хотела, но подумала, блин, ну это слишком дорого, как почти наша полноценная коляска. Идите в баню. Вот, думаю, возьмем побюджетнее варианте. Но я не... здесь карбоновые вставки. Я когда Даниле рассказывала, говорю, Дань, нам нужна новая коляска. Он такой, Мась, ну ты что, прикалываешься? Я говорю, реально, реально очень нужна. Мы, допустим, сейчас, вероятно, поедем, допустим, в этот, как его, за город. Можно брать вот эту. Она, посмотрите, чтобы вы понимали, вот столько места она занимает. Мы сразу в чехольчике, мы коробку не стали брать. Нам сказали, что для гарантии коробка не нужна. У нас, видите, здесь шерсть. Надо будет почистить. Данила уже видел, сказал, что это такое? А это мы, короче, колеса клали, нашу коляску, и шерсть собралась на колеса из дома в коридоре, прикиньте. Ну вот, сколько занимает, когда мы кладем нашу коляску? Она занимает вот так вот, отсюда до сюда, даже вверх чуть-чуть. Да, и люлька сама занимает еще огромное место. И вот представьте, мы поедем в отпуске на такси. Ну, это... плюс-минус, как чемоданчик, да, такой. Как чемодан, и да. Сюда еще там, допустим, чемодан влезет. Если бы мы поехали с нашей обычной коляской, ну, нам нужно было бы два такси 100% заказывать, потому что, ну, мы бы не влезли со всеми вещами и чемоданами. Так что вот так вот. Ну, знаешь, на самом деле, я что-то даже, ну, так сказать, не поняла. Скидка очень большая. Очень, да. Из-за какой-то... Ну, слушайте, разговаривала, там вот снимается? Да. И мне ничего не снималось. Видимо, села в машину, она подключилась, телефон к машине, и все. Ну, все, уже не, это уже не те эмоции. Ну, в общем, мы очень довольны покупкой. Ну, действительно, хоть и есть там такой маленький косячок, но нам уже не привыкать, мы уже привыкли, поэтому все нормально. Ну, просто 45% это большая скидка. Если бы там была, ну, небольшая скидка, то я бы сказала, нет, только новую тогда берем, потому что, ну, ну да, а когда, да, смысл, ну, особо там чуть-чуть сэкономить не имеет. А вот когда, извините, прям нормальная такая экономия, и по факту, я говорю маме, ну, это очень большая скидка, мне кажется, mm-hmm. ну, из-за такой... Ну, это не мелочь, опять же таки, но если не знать, то ты в целом можешь даже этого и не увидеть. Как мы не увидели на нашей коляске. И мы спросили у женщины, она говорит, что да, Сайбекс могут так сказать, но тут уже вопрос к магазину. То, что, ну, как бы, может, она просто так сказала, но я думаю, что она бы не стала так врать-то прям. Она говорит, мы бы поменяли, потому что, ну... Клиенты все равно возвращаются, все, чтобы были довольны, рады. Наш магазин, видимо, не хотел, чтобы мы были довольны и рады. Я шучу. В общем, по такой скидке урвали ту коляску, которую я хотела изначально, но просто не хотела на нее больше тратить, чем остальные стоят. А тут, получается, мы ее купили по той стоимости, которую я планировала купить другую. Короче, радость, что урвали такой бриллиантик. Мы приехали в торговый центр, маме нужно было сделать возврат, зашли купить тарелки глубокие, говорит, пойдем купим, а то у меня вообще трэш, одни вот такие вот пиалки. Вот, решили что-нибудь приобрести. Ну, особо сюда ничего не закупают, потому что родители, во-первых, не постоянно же здесь, и плюс, ну, чего покупать, чтобы потом это перевозить обратно в Подольск, короче, нет смысла, но... Мы такие вот говорим, а вы не хотите в Тольятти с нами переехать? Мама такая, не знаю даже. А я говорю, ты представляешь? Она говорит, я каждую неделю летать буду к вам. Такие? А ты суп туда даже не наложишь? Не, не, имею в виду, а, просто? Просто, ну, мне кажется, надо тогда брать этим, знаешь, как, ну, чуть-чуть хотя бы наборчиком. Крошечку какую-нибудь, что-нибудь. А вот смотри, какая красивая, с лимончиками. Ну, это, тут нет... Мне не нравится, прости. Не нравится? Конечно. Такая итальянская суплица, история. Наверное, смотри. Саладница. Салат? Да ну, нет, зовёшь зиму, конечно. Очень жаль. Ну вот,
Пока не знаю, конечно, вообще, как мы в Тольятти будем возвращаться, в плане того, что столько вещей, пипец. И мы откровенно думаем, что, ну, у нас поставить детскую кроватку только, допустим, в нашу спальню, слева от моей, ну, слева от моей части. Больше у нас в маленькой комнате, там стоит диван, полка с вещами. Нам даже элементарно некуда, ну, какие-то детские вот такие вот, типа, кроватку поставить. Я уже думаю, Мирону будет тогда примерно 6 месяцев. И, по сути, возможно, таки он мог бы спать в отдельной комнате, нет? Я не знаю, как сложится. Сейчас он спит у нас в отдельной кроватке, но, естественно, рядом с нами. Но, блин. В общем, сложно предугадать. Ну и переезжать. Мы думали, что, возможно, таки снять дом, например. Квартиру в Тольятти особо больше и хорошую не найдешь. Может быть, дом какой-то. Но мы там будем сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Примерно 5-6 месяцев. Ну, с одной стороны, блин, это полгода. И хочется жить комфортно эти полгода. С другой стороны, я как представлю, с квартирой, если переезжать, потом, ну, не знаю. В общем, пока я просто даже об этом не думаю, честно. Голова этим не забита. Мы пришли в другой магазин уже. И там кто-то пишет. Смотрите, если честно, выглядит... А, я такая... Заяц неоднозначный. Вот честно. Может, это что-то такое необычное, но... Ну, плюс-минус. Что-то, ну, вроде вот здесь вот такой, даже миленький, можно сказать. А вот этот, вон, смотри, с морской свинкой, с курвой. Вот это миленькая, смотрите, теленочек какой. Вон мышки. Коллекция какая-то. Мама всю супницу ищет. Ой, мне вот такие тоже нравятся. Черно-белые, симпатичные. Такое вот. Ну, кружечки именно. Вот это тоже красиво. Вот салатник. Вот такой вот красивый. Но только это салатник. Да. А супницы что-то как-то сложно. Даже нет супниц. Ой, я вообще... Как-то у меня ушла зависимость от посуды. Вы знаете, я всегда заказываю. Мне нужны тарелочки, кружечки. Я остепенилась просто. Что? Вафельный мультик. Нормально. В виде капусты предлагаю. У меня, кстати, приборы. Знаешь, мне хочется вот что-что, новые приборы купить, потому что у нас золотые такие, мы в Кьюхенленде брали, но они все... типа слезли. Вот у нас подобные. Но там, может, качество было не очень. Ой, эти, кстати, красивые. Ну, нравится форма. Вот черные есть. Но я поняла, что серебро самое удачное. Оно, не знаю, как-то больше вписывается. И более много... О, кстати, извините, у меня новый маникюр, я вам не показывала. Я сейчас такая, видели? Оп, подвинула. Такой красивый. Френч 1000 лет не делала. Прям супер. Мне под мой костюмчик подходит. И джинсы, смотрю, они классные. Как будто просто, знаешь, манекен высокий. Ну, в плане, мне кажется, что, может быть, да, не подойдет. Просто ему найти джинсы, это такая проблема. Я уже второй раз на них смотрю. Поэтому интересненько. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот такие вот джинсы можно посмотреть и узнать, какой у них размер? Отлично. А какой есть? XL-чика, может быть, L-чика, смотря какие они, длина брюк. Да, мужские. Так, что тут еще есть? Ой, такая тоже приятненькая, но, правда, как будто теплая. Вот джинсы эти. А, не, они короткие, видите? Короче, просто если я вижу где-то джинсы такие удлиненные, то я сразу же стараюсь спросить, если что, взять. Потому что, да, несложно найти. Это вот какой размер? 33-й. Я не знаю, что это за размер. Наверное, все-таки короткий, видишь? Тут увидела. Не знаю, как. Да, конечно. Как ты подбираешь, мне так интересно. Ну, видно, визуально, знаешь, когда, ну, допустим, вот на эти смотришь, ну, видно, что мне они будут длиннющие. Ну, то есть они на высоких девушек. А я мимо. Мимо. Поэтому... А вот этот приятненький костюмчик. Да, приятно.
Хорошенький, да? Mm-hmm. Ну, тоже по-любому здесь штаны короткие. Ты Даниле имеешь в виду или себе? Ну, вообще, да. Ну, вообще, как бы, знаешь. Сколько стоит? 16 тысяч. 16 тысяч, а это размер какой? А, ну это S-ка. Mm-hmm. Это вообще мужской. А, ну то есть, если S-ка, то если взять какую-нибудь XL-ку, то может быть большой будет. Не знаю, спроси. Ну, по сути, что мужское, что женское. У них лекала особо, мне кажется, не отличаются. Нет, нет, я ничего. А вот коричневый. Не цвет, а именно вот, я не знаю, ткань у меня как-то. Приятненько. Сейчас посмотрим. Тюмчик, мамочка выбирает. Приятный. Суперски такой приятненький. Еще давай возьмем. Вот такие вот костюмы. Мне чуть-чуть надо еще прийти в форму, чтобы такой костюмчик нацепить на себя. А это прям тепленькие, прикольные, классные. Кстати, не видела такой бренд раньше. Еще я увидела там... А, мама переодевается. Сейчас покажу вам шелковые штучки. Есть такие штаны? Ой, шорты. Ага, спасибо. Вот, вот такие вот я решила взять. Я подумала, что... Ну, во-первых, дома, а во-вторых, можно в отпуск. С рубашкой можно. Это шелк такой вроде приятный. А, слушайте, они отличаются. Я вот любитель положить без сумки. Главное не забыть. Чуть-чуть вот такие. Тут резинка просто, что ли, поменьше. Блин, мне бы, конечно, померить, но... Ой, с этими проблемами. Так. Как будто потоньше резиночка, может, даже посимпатичнее. Хотя, с другой стороны, вот это, наверное, будет делать талию более узенькой, да? Не знаю. Белая тоже красивая, но белая как трусы прям совсем. Ну, тоже такой стиль. Не каждому нравится, я думаю. Здесь вот обычные черненькие вот такие короткие рубашечки есть. А есть, интересно... Мам, слушай. Слышишь? Я вот такие вот шорты взяла, ну, хочу померить. Только вот рубашка вот такая вот. Ну, я подумала, в отпуск, допустим, потом взять. Что ты так улыбаешься? Что... Не очень, что ли? Надо документы мои забрать. Ой, не нравится, знаю, а вот шорты коротенько. Совсем, наверное, прям будет, прям, мне кажется. Да не в этот отпуск, просто летом там и в отпуск, все, если поедем куда-то в теплые края. Понятно, сейчас это не актуалочка. Шелк. А, шелк надо брать. Шелк надо брать. Розовенький, тебе такой не нравится? Да, я посмотрела на него. Миленький. Вот тут есть даже с короткими шортиками розовенький костюмчик. Видишь? Да. Приятный цвет. Нежный. Ну, мне такое нельзя, я, блин, сразу засру. А я нет. Это Данил, он давно всегда угорает, говорит, Катя, ты что, не наденешь 5 минут, ты уже все испачкала. Я такая, мы, кстати, забронировали ресторан, поедем поужинаем все вместе. Вот, ну, знаете, как там выходной, так сказать, провести, поболтать. Тут так, написано, да. Вот, костюм где, из знаешь? Шелка. А, костюм из шелка. Да. А подскажите, уже они закончились? Один из вас спал. Не, они мне будут, ну, вот, ну, как бы они налезут, но, да, я думаю, будут, да, я еще не в той форме. А, так, вот такие вот еще, да, вот такие. Симпатичные. Все, мы в магазине в итоге эти вещи, да, пойдем зайдем. Они не из шелка, они из полиэстера. Ну там написано везде из шелка, из шелка. Зачем так писать? Ну, типа, это очень странно, если честно. Ну ладно, все равно моего размера не было. Я просто когда на резинке на такой, я люблю брать, чтобы, знаете, свободнее, комфортно было. А если бы XSM я бы надела, то он мне бы там все сдавило. Оно нам надо, оно нам не надо. Вот, а мама себе просто костюм взяла. Нет. Все, мы сейчас зайдем в пару магазинчиков. Золотое яблоко зайдем. Мне нужно там стик купить один. Вот. И все. Мы взяли вот такие вот кеды. Короче, у меня есть подобные, но у меня какой-то то ли летний вариант. Я сейчас думаю, может, у меня китайские. Ну, я... Ну, не, ну, я не... Покупала. Я на Ламоде... Ой, заказывала. Ну, не, нормально вроде все должно быть. Ну, они, видимо, может быть разные. Здесь, видите, прорезиненная. И вот здесь вот, как это сказать, какая... Это что вообще за материал? Не бархатный. У меня вот наоборот такие, знаете, просто бархатные. Короче, у меня такой супер лайт. Они прям максимально легкие у меня. И здесь вот тоненькая совсем. То есть их только летом в сухую погоду. Осенью в дождь не наденешь, они промокнут.
И они мне очень нравятся. Ну, не знаю, я прям кайфую. И решила, думаю, блин, хочу померить. Если вдруг сейчас подойдут, во-первых, те, которые у меня супер удобные, я в них как в тапочках. Но, может быть, за счет того, что они легкие. Но в любом случае, я померю. И мама тоже сказала, ну, симпатичные, ну, как будто говорит, такие вот для тебя. Я говорю, ты померь тоже. Что это? Что за стереотипы? Сейчас вот принесут размерчик. Че, мама? Я говорю, мама, ты вообще стилевая. А у меня, знаете, в чем проблема? То, что я ношу сейчас кроссовки, и я не понимаю, размер мне подходит или нет. Может, кто-то видел, в сторисе я выкладывала, еще когда беременна была, покупала себе Джорданы. И Даниле покупала тоже такие же точно Джорданы. И я их померила, когда была беременна, одну ногу, и мне они были идеальны. Когда я их начала надевать на последних сроках, точнее, я их даже не носила никуда, то я поняла, что у меня, да-да, я поняла, что у меня левая нога нормальная, а правая маленькая. И до сих пор так. Я вот не пойму, то ли у меня после беременности до сих пор не восстановилась, потому что именно правая нога у меня везде что-то как-то... Либо у меня правая толстая стала, а левая вернулась. Я, понимаете, теперь те кроссовки ношу, но только если куда-то ненадолго, потому что у меня затекает в них нога. Я реально боюсь теперь покупать что-либо из такой обуви, ну, потому что я думаю, возьму размер больше, сейчас нога восстановится, они мне большие будут. Возьму вот это впритык, опять не смогу ходить нормально. Хотя обувь, которую я покупала до беременности, моя, она мне вся идеальна. Я вот эти вот кеды покупала зимой. Меня, кстати, спрашивают, где я их купила. Я, по-моему, говорила. Я их заказывала тоже на Ламоде. Сейчас там даже карточки, ну, в карточке товара нет вообще ни одной единицы. То есть, ну, их распродавали. И я покупала их за 1500 рублей. Сейчас мне все пишут, Катя, где ты их купила? Девчонки, все, прошлепали моментик. Ну, блин, прикольно, мне нравится. Ну, короче, я их покупала, и они мне идеально. И вся старая обувь тоже идеально. Не знаю, как так вышло, как так получается. Еще молодой человек, то ли, не знаю, не осведомлен, то ли, ну, он сказал, что таких мягких не бывает. Я не пойму. У меня, кстати, такой маникюр красивый. Ой, ну такие сестренки с тобой. Мы раньше вот эти вот кроссовки обожали. У мамы такие, у меня такие были просто. Это, ну, то ли мода на них какая-то была, то ли что. Мы покупали их несколько лет подряд. Ну, одинаковые. Сейчас я что сама смотрю, такая думаю, ну вроде ничего, а вроде и ничего. И мама говорит, не, я такие уже не хочу. Ты знаешь, просто думаю, когда ты так долго что-то меряешь, ничего не покупаешь, как будто так неловко. Ну, то есть... Человек с тобой так долго-долго работал, и ты ничего не взяла. Я всегда такая, ой, спасибо, извините, ничего не подошло. Ну, я понимаю, что это нормально, здесь ничего такого нет. Но я понимаю, что ему же тоже, допустим, молодому человеку хотелось бы что-то продать, учитывая, что он поработал с нами, сходил несколько раз. Пойдем, мадам Коко. Маму все в надежде купить тарелки. У кого что? Поэтому... Вот так вот. Ну, ладно, что? Ничего, ничего плохого не сделали. Куда, куда, давай. Давай, 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 не знаю, давай. Налево, направо, куда, куда? Смотрите, здесь этот синнабон. Я, кстати, мне кажется, ни разу в жизни не ела его, но я, хотя, может, один раз представляю, насколько он вкусный. Почему про синнабон говорила? Что пахнет корицей неуносимо так вкусно, хотя я не любитель корицы в целом, но... Ой, смотрите, какой блестящий. Нам вот такой нужен. Это вот такой, мне кажется, ткань. Почему? Нам нужен чемодан, короче. Потому что у мамы есть один большой, а у нас большого нет, он сломался. Это такой сумочка. Да давай тебе такой купим, а себе обычный заберем. Нам с Мироном. Вам с Мироном, да. Ой, вот это. А вот смотри, какой. Я же не всегда же летаю, все понятно. С чем не летаешь? В ручной платье вот такой не пройдет. Ну да. А вот это вообще вот так вот. Какие вот. Ну вот. О, смотри, нам вот такой нужен. Или он. Вот такой вот. Зачем такой? Ну это что? Вот он, мне кажется, не очень прочный. Да, такие вот тоже большие. Вот. Говорит, такой цвет красивый. Ой, ну здесь смотри, как будто мятный больше. Да. А здесь он цвета зеленки. Мы думаем взять вот такой.
бежевый, ну, самый обычный. Вот, вот, блин. Ну, нам нужно. Вроде хочется пойти еще что-нибудь посмотреть, или черный. Мне кажется, на черном, на пластиковом больше царапины видны, чем на светлом. Мама куда-то сбежала от меня. Такие милые чемоданчики, mm-hmm. знаешь, потом Мирон будет такой, да, с да, таким да. чемоданчиком. Туда складывать свои какие-нибудь машинки, причиндалы mm-hmm. и ходить с ним. Или вот такой вот с Мишкой. Все, короче, берем тот бежевый. Леопардовый, смотри, какой. Я люблю леопардовый принт, но мне кажется, слишком как-то, да? Смотри, прозрачный. Прозрачный. Ну да, но это, знаешь... А, ну это вручную плать. В целом, знаете, туда что-нибудь, трусики сложить, носочки, и тут такой носок какой-нибудь да, торчит. Да, да. Ну, хоть с другой стороны, ты это аккуратно складываешь. Да, а чехол есть на него? Да, ага. Отлично. О, как раз, ну, обычный, самый на самом деле. Ну, обычный стандартный чемодан. Да, да. Они фиксируются, два кармана, один сетка, один обычный. Угу. Да, давайте чехольчик какой-нибудь, пожалуйста. Угу. Смотрите, что я увидела. Такой милый зонтик. Посмотрите. Просто я так умиляюсь, если честно. Я же мамка такая. Потом мой сыночек будет вот с таким зонтиком ходить, представляете? Хотя, может, он скажет. Я ему, слушайте, с утра снимала, я ему уже утку купила. Вот такую же. Гуся, точнее, гуся, гуся. Чисто я его, знаешь... Он, может быть, будет любить машинки и скажет мне, какого гуся? Ты да, чё, да, с ума да, сошла, да. Мам? Я с таким ходить не буду. Да, да, да. Скажет, я хочу с машинками или там с какими-нибудь смешариками. А я ему такая, с гусем. Смотри, тебе мама аж в 2 месяца зонт с гусем купила. Кто куда, мы уезжаем. Чемодан купили. И теперь с этим чемоданом можно вот туда отправляться. Но, не-не, что, ну, случайно наступило. Я быстренько зайду. Ну, пошли, зайдем, посмотрим. Мама все хочет себе кроссовки какие-нибудь купить. Да мы возьмем. Вот, я хотела взять вот такой вот стик. Видишь, он, подержи, помоги мне, пожалуйста. Открой. Вот, видишь, он какой? Прям на лицо сразу мажешь, удобно. И вот, то есть... Ну, пахнет обычненько. И обновить можно, и он не жирный, и все такое. Отлично, берем. Вот такой вот. А, дадите пакетик? Конечно. Спасибо большое. Я еще хотела вот такой вот. Сейчас посмотрим. Не, спасибо. И вот такую сыворотку. Я хотела. Они просто в разных объемах. Ага. Сейчас. Я взяла вот такой вот 30 мл. Во-первых, она поменьше, удобнее с собой брать. Во-вторых, я не пробовала раньше такую. Она как бы идет омолаживающая, но я, блин, очень много видела девчонок рекомендация. Конечно, ну, как бы мне 25 лет. Это не сказать, что я какая-то супер взрослая, но все равно уже есть, да, и морщинки какие-то. Не, спасибо большое. Здорово. Соответственно, понимаете ли, ну, уже можно... предомолаживающим пользоваться. Так что вот так вот. Смотрим крем. Мама вот этим вот, кстати, сейчас пользуется. Он сейчас по скидке. Видите? Берите. Берите, берите. Берите, берите, конечно же. Нам все надо. До 26-го года. А я взяла вот. Ну да. Нормально. Он все-таки шикарнее, чем тот мы покупали. Сюда его. Ну, мы так, на лайте, девочки, на лайте. Смотрим. Я вот вообще люблю вот этот, мне нравится. Он прям супер восточный, супер. Ну, мне хочется как будто, знаешь, поядрёнее, не? Ядрёнее? Вы это слышали? Да еще раз, ну-ка. Мне, кстати, вот этот гамаш тоже, он мне, по-моему, остался. Ну, только он у меня в колец стоит. Гель для душа, вот лосьончик. Ой, ну гель для душа хорош. Берем. Приятно пахнет. Я сейчас что-то, знаешь, на меня нахлынуло. Я прям вот, ну, мне нравится. Очень приятный. Вот, Сен-Бар я беру. Брала вот эти вот маленькие все. Но, честно, я им сейчас постоянно пользуюсь. Мне прям очень нравится. Поэтому я уже надо большую взять. Да, SPF 50. Масло помадного дерева. Да. Цена у них, конечно, вообще да, просто... 18 000 рублей за этот, как его, за 100 миллилитров. Мы взяли в Альмонт пенку, мама себе взяла,
И девушка, это, короче, клеит так она свою... Я Мирону купила. Да, я, чтобы там что, на загорать, что ли, будем? Будет жарко, будет, ну, конечно, будет растить. Вот. Ну, она как бы нам не помогала. Я просто подошла, ну, пенку мама берет и все. И она такая, типа, ну, для молодой кожи такой не подойдет. Мы такие, типа, мы говорим, нам не надо для молодой. Вот. И она такая приклеивает свою наклейку. Ну, понятно, это клеят наклейки, когда, ну, чтобы эта покупка прошла им, верно? Верно. Но суть-то в том, что они клеят и говорят, это для максимальной скидки. Я такая, типа, ну, я не знаю, конечно, работает так, может быть, если она приклеивает, и да, у меня нет карты, у меня все равно максимальная скидка пройдет. Но учитывая то, что она по зеленому ценнику и так со скидкой идет, какая максимальная скидка, если она и так там идет с 20 какой-то процентной скидкой? То есть явно больше не будет уже скидки. Ну, то есть это просто она так сказала. Ну, какая максимальная скидка, если там даже карта не нужна для скидки? Ну, я просто такая, как Красоль, да, знаете? Пойдем. Да, мы берем лосьон. Вот пенка, которой мама пользуется. Такой вот бабл. Как она называется? Ну, обычная пенка для умывания, короче. Вот этот гель для душа мама взяла. Крем себе взяла. Это нам подарочки дали. Потом стик. И сыворотку я взяла себе. Вот так вот. Да. Мы зашли быстренько купить. Не, я не люблю побольше рыбки. Спасибочки. Давай мне поменьше. Да их одинаково. Греческий салат взяла просто. Я что? А, ну суп я с утра поела. В 4. Да, в 4 часа дня. Ой. Листва упала. В общем, что? Хорошенькие. Приятненькие. Друзья, всем привет. Смотрите, тут у нас ребеночек спит, Мирошечка. А на самом-то деле, сегодня такой был ранний good morning, как говорится. Ездили сдавать кровь всей семьей. Вот. Что хочется сказать? Что? Нет, я не сдала. Сдал Мирон и мамочку только. Вот. Ну, как бы, присутствовала же. Извините. Короче, мы сегодня встали рано. Ну, как сказать, просто обычно я просыпаюсь-то рано, но потом досыпаю днем. И сегодня этого делать не буду. Сегодня у нас много планов на день. Мне нужно поработать, ну, то есть снять интеграцию. Потом мы записали наших прекрасных собак на стрижку. Вот, ну и погода такая прекрасная, хорошая. Честно, ну, такой режим дня... И отчасти мне не очень нравится. Мне хочется научиться ложиться совсем рано спать. Боже, это уже сколько вот лет я снимаю видео. Я каждый периодически, спасибо большое, раз в полгода об этом говорю. И что я хочу изменить свой режим. Ну, что я имею в виду? Ложиться пораньше. Ну, то есть, ну, просто с Мироном. Либо ложиться в 10 вечера спать, когда у него там такой длительный сон, либо уже ждать ночного просыпания, кормить и дальше спать. Вот, но, блин, не знаю. Просто было бы здорово ложиться часов в 10 вечера реально спать и спокойно, с бодростью вставать там в 7-8 утра. Ну, как относительно, наверное, бодрости, учитывая, что ты все равно постоянно просыпаешься. Но все лучше, чем я ложусь там в 2, в 3 спать, встаю в 7-8, потом, ну, дай бог, досыпаю днем. Вот так вот. Ой, мне, в общем, принесли завтрак уже. Авокадо, омлет, лосось, перчик здесь и вон грибочки. Также фреш, кофе не мое, Данилина. У мамы картошка фри. Знаете, что хотела вам рассказать? Во-первых, Данила уехал на тренировку. Такой быстрый поел, и сбежал. Мне принесли кашу по классике. Я всегда заказываю 1001 блюдо, но сегодня всего лишь 2. Я, естественно, съела омлет. Я просто рассчитывала, что мне кашу принесут первым, если честно. Но, ну, в общем, уже не очень хочется. Я ее, наверное, с собой. С собой заберу, в холодильник поставлю и больше никогда ее... И потом выкину. Ну, нет. Короче, я хотела сказать тебе,
и вам о том, что я вот думаю все приобрести камеру для влогов. Но не такую камеру, знаешь, как фотоаппарат типа. А есть вот камера, блин, слушай, мне кажется, я даже, может быть, когда-то... В общем, сейчас есть одна камера, я здесь ставлю картинку, как она выглядит. Дай мне телефон, я тебе покажу, как она выглядит. И эта камера сейчас очень популярна среди блогеров. Я ее хотела, ну, только прошлой версии, потому что тогда такой не было, купить еще, когда мы жили в Питере. Я ее увидела, по-моему, во влоге Агаты Муцинис. Надеюсь, я правильно сказала фамилию. Ну, в общем. И тогда она была не популярна. И я подумала, что... Точнее, я даже сходила в магазин, и мне кажется, это было во влоге. Мне продавец сказал, если вы снимаете на iPhone, то там качество не лучше, чем на iPhone. Помнишь? Да. Вот. И я такая подумала, а зачем мне камера дополнительно, да, которая не лучше, чем мой iPhone? Ну и просто, ну, бессмысленно. Также на этой камере не будет лучше звук, например, или что-то такое. И вы спросите, Катя, а зачем тебе тогда все это нужно? А вот знаете, вот такое ощущение, что хочется как будто чего-то новенького попробовать. Ну, вдруг все-таки это другой вайб будет. Ну, не знаю. Я просто смотрела на эту камеру, не обзор, а смотрела видео у одного. Смотрела это видео у одного блогера, ой, влог на камеру, на эту камеру, и я увидела, что качество отвратительное, ну, такое вообще не очень, звук тоже. Смотрю у другого блогера, качество такое хорошее, как будто прям, ну, на камеру, ну, не профессиональную, но, то есть, такую хорошую снимается, и все, понимаете, я до сих пор не могу определиться. И каждый раз я ее вижу у кого-то, то есть я вижу, кто-то покупает туда-сюда, и вижу, что пишут, типа, вау, она офигенная, и думаю, мне тоже нужно. В общем, с одной стороны, это вроде бы какое-то, ну, не то, что даже развитие, это и не скажешь развитие, да? То есть я в целом-то могу любую камеру купить, я не покупаю, потому что, ну, я снимаю себя на постоянной основе в формате лайв, мне ходить с профессиональной камерой было бы не актуально. Если бы я постановочные снимала видео или влоги, то, конечно, брала бы с собой какого-нибудь там оператора образа. Вот она вот так вот выглядит. Нет, сейчас. И самое обидное, о чем я думаю, что... Вот она вот так вот выглядит. Сейчас. Вот такая. Вот такая, ребята. Видите? Ой, вам видно или нет? Вот. Стоит она примерно около 100 тысяч рублей, если полную комплектацию брать. С одной стороны, хочется реально попробовать, а с другой стороны, я думаю, а если мне не понравится, я ее просто оставлю. Чисто теоретически можно было бы продать, но мне кажется, это не такая популярная вещь. И плюс купить ее и сразу же новую продать, за столько же вряд ли продаж, а терять в цене не хочется. Короче, сама не знаю, что и хочется, и колется. Ну да. Ну честно, если бы она опять-таки стоила бы подешевле, да, я бы купила, даже если, ладно, ну, не понравилось бы, не знаю, подарила бы кому-то образно. Ну, я имею в виду, что, ну, не так было бы обидно. А все-таки 100 тысяч рублей – это весомая очень сумма, и купить и положить на полку неохота. Лучше тогда уж новый iPhone купить. Но когда мне говорят, почему, например, ну, я не снимаю на камеру. Вот мне реально на телефоне удобнее, потому что телефон всегда в руке, я об этом рассказывала, но мне все равно продолжают спрашивать. Телефон всегда в руке, это секунда, не надо ее включать, ничего. Вот так вот дернул вправо, и камера автоматически включилась. Хоть на 5 секунд, хоть на 3 минуты, хоть на 10 минут. Быстро, мама где-то меня подвинула, быстро можно на MacBook все сбросить, потому что с айфона прям вот по AirDrop фигак и готово. Потом что еще? Пишут про звук. Мне иногда пишут, когда-нибудь Катя узнает, что такое микрофон. Потому что бывает, что хреновый звук. Например, я думаю, что сейчас он не особо прям хороший, потому что есть внешние помехи. Но при этом, если бы, вы представляете, я ходила бы с петличкой, ну, постоянно, мне тогда в день, когда я снимаю влог, просто ее надеть и не снимать проще. Иногда я могу вот так вот сидеть и долго болтать. Но
по большей части это раз, два, три, там по две минуты я включаю и выключаю. Это постоянно его вот так надевать, снимать было бы не очень. И плюс я как-то снимала видео с петличкой, совершенно другой звук. Ты, получается, слышно исключительно твой голос, и как будто бы вот эта уже лайф-обстановка пропадает. Ты не, ну, как будто я вот прям сижу и в микрофон говорю. И мне тогда писали, что нет, Кать, лучше без микрофона. В общем, вот такая вот история. Напишите, что думаете, стоит ли попробовать или не стоит. Или это просто, знаете, из серии как баловство какое-то получается. Ну, не баловство, знаешь, просто хочется попробовать что-то новенькое. Плюс, ну, как бы это связано образно с моей профессией, назовем так. Как будто бы думаешь, блин, а вдруг так удобнее будет. С другой стороны, я понимаю, что мне на iPhone реально всегда удобнее, потому что, честно, я вот сегодня не планировала снимать влог, я даже не думала об этом. Но сейчас мы сидели, и я подумала, то, что пока мы болтаем, пока туда-сюда, сниму. Все, я iPhone достала и сняла. А так, я бы ничего не снимала образно, но мешать и iPhone, и то, и 5-10 было бы тупо, наверное. Мирошечка дергается. Короче, такие дела. Пишите в комментариях, что вы думаете, стоит ли нам потратить денежки. Или сэкономим. Мы в торговый центр приехали. Знаете, нам раньше реально говорили, что с ребенком забудете про магазины, про рестораны, про все. На самом деле, сейчас то время, когда он практически... Ну, мы находим то время, точнее, мы выбираем тот промежуток времени, чтобы он спал, и мы спокойно могли поесть, спокойно могли сходить в магазин, если нам нужно, то есть такого плана. Мы пришли в магазин, в Тогас, хотим купить постельное белье. Мама вот такое себе выбрала. Сначала говорит, наверное, слишком оляпистое. Потом говорит, нет, мне нравится, хочу. Вот, посмотрите, вот такое вот здесь. Ну, одна подушка такая, другая такая. Ну, я бы себе такое, конечно, не купила, но в целом, ну, оно прикольно выглядит. Еще я себе нашла подушку. Господи, это моя вечная проблема. Я обожаю подушку без подушки. А именно, чтобы она была супер тонкая, как будто ее практически нет. Если мне дадут выбор, ну, то есть, если мне положить вот такую подушку, то я не буду на ней спать, я буду спать без подушки. Просто, допустим, когда мы приезжаем в отель, например, я сплю в таком случае без подушек. Ну, потому что я не могу, я не привыкла, вот, чтобы у меня слишком была голова приподнята. Мне нравится, когда практически она реально лежит на матрасе. И, чтобы вы понимали, это детская подушка. И все подушки, они все равно такие достаточно крупные. У меня есть подушка, сколько раз я это слово сказала, которую мы покупали, я не знаю, лет, блин, 7 назад точно. Мы еще жили в Подольске, я еще жила с родителями. Не знаю, откуда эта подушка взялась, но она у нас в Челябинске, ой, в Челябинске, в Тольятти. Я ее не перевозила, потому что мы сюда новое покупали. Вот. И в итоге, ну, та подушка у меня как раз-таки вот такая супер приплюснутая, прям максимально. Вот. И тут я нашла, но она 40 на 60, а обычные идут 50 на 70. Я сейчас хочу примерить на вот эти вот, ну, насколько будет сильно выделяться. Даже не знаю, покупать или не покупать. Потом Миронова дам, она из детской коллекции как раз-таки. И я себе белье тоже хочу присмотреть. Мы обычно берем сатин, хлопок, а этот как называется? Эвкалипт? Не, эвкалипт. А, эвкалипт. Эвкалипт. Как бы он под шелк сделан, шелковый, нам не очень нравится постельное, потому что такой, ну, скользит слишком, нам такой как бы не подходит. А вот этот вот как будто приятный, решили взять, присмотреть. Но, да, единственное, мама себе выбрала тот комплект, а я себе, я не знаю, какой выбрать. Ну, то есть, я так поняла, это вот это вот из эвкалипта, только вот эти расцветки. Я смотрю, вот такое себе однотонное. Я люблю что-то базовое. Но я засунула туда, видите, вот эту маленькую подушку. Конечно, она прям, ну, заметно маленькая. Вот еще тут сколько места. Но она мне так нравится, девочки. Что же делать? Что же делать? Как же быть? Ну, понятно. Даже. Извините. Ну, блин, это вообще too much, да? Прям...
А, отлично. Там и две наволочки нет. В общем, сейчас выбираю между вот таким вот. Вот. Ой. Мне все. Тут Анатолий пришел, советуют вот этот взять. А я думаю, вот такой вот. Что думаете? Не знаю, сейчас покажу на картинках. В общем, вот так вот оно выглядит. Оп, серенькое. Либо голубенькое. Мне как будто голубое больше нравится. Вот, только оно вот без этого синего, чисто вот белое вот такое сплошное. Хотя нам под спальню больше подойдет такое, конечно. Ой, господи. Екатерина. Вот. И вот он. Цвет такой приятный, конечно. Это вот просто из расцветок, то, что у нас по размеру подходит. Вон, видите, какой красивый. Ой, там уже Мирон просыпается. В общем, надо матери побыстрее. Наверное, вот этот все-таки, да? Мне тоже нравится, конечно. Более необычный. Ну, можно, если что, перевернуть, и будет просто однотонный. Правильно? Правильно, наверное, так. Смотрите, сидим. Я в итоге вообще решила взять хлопок. Не буду брать вот этот эвкалипт. Хотела попробовать, честно говоря. Просто однотонная, знаете, как я беру. База. Вот такая вот. Вот серый вот такой возьму. Все, мне просто здесь постельного белья только две штучечки. И посмотрите, какое детское белье красивое. Ну, это просто. Но оно реально такое милое. Не знаю, мне очень нравится. Прикольное прям. Ну, да, очень мягкая. Да, да, приятная. Вот, с другой стороны, такое. В общем, мама купит этот эвкалипт и посмотрит, как на нем спится. Если классно, то потом мы тоже купим. Блин, вот это офигенское. Да, классное, да, очень прикольное. Но нам еще рановато, совсем рановато. Сегодня уже 30 апреля, у моей мамулечки день рождения. Мы приехали в тот же загородный комплекс, в который ездили в прошлый раз. Вот, я вам здесь много ничего не снимала, потому что вы уже все видели. Но, а скажите, пожалуйста, это гуси? Это индоутки. А, ёпарсете. Мама говорит, это может быть утки? Смотрите, какие. И я не поняла даже, что он сказал, если честно. Вопрос. Вы здесь просто живете для красоты или вас потом куда-то одевают? Интересно. Ребят, для красоты зачем вам тут жить, да? Ну, не особо какое-то такое проходное место. Здесь типа детская площадка. Непонятно. И у нас баня сегодня вот такая вот. Здесь тоже полежать, чанчик, купель. Посмотрите, какая красота. Оп, 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 опачки, апельсин. О, господи, какая красота, ребята, посмотрите, просто невероятная. Это офигеть, реально, такой кайф. И там все, ну, как все, у нас скромная компания. Офигеть. Вот это кайф. Я в шоке. Алло, мама там поздравления принимает. Алло. Алло. Он сидит. Алло. Все, спускаемся. Главное, как в прошлый раз, в купель не упасть. Это самое-самое-самое главное. Что, друзья, мы здесь отдыхаем. Даня парится. Вот там вот ребята, мамочка с Анатолием, вон мама оперольчик взяла, полный чилу, ребят, вон у Пыльки тут рука висит, смотрите, раз, два, три, всем привет, и вот здесь вот, посмотрите, какая речка классная, вон Толя, всем привет, посмотрите, какая красота. Вообще офигенно. Сегодня еще погода такая хорошая. А я Мирошечку. Вон Даня пошел, смотрите, в купель. Даня самый у нас закаленный. Оп, оп, смотрите. В общем, представляете, все купаются, отдыхают, кайфуют. И я с Мирошенькой тут колясочка такая. Он просто покушал и отдыхает. И
Всем привет, ребята! Друзья! Повезло, повезло, как бы, да? Ничего страшного, я здесь одна такая, типа, на чиле, на расслабоне отдыхаю. В общем, вот, мы сначала приехали, пошли в ресторан, там как бы пообедали, вот, и сейчас в баню пришли. Вот, у нас здесь на ночь дом, ну, как бы, так же, как и в прошлый раз, мы здесь переспим, отдохнем, проведем ночь и с утра поедем домой. Мирошенька, он покушал, залипает. Не, он на самом деле сегодня, знаете, как будто праздник бабушке устроил в плане того, что он такой спокойный с самого утра. Прям вообще, даже когда бодрствует, не плачет ни секундочки. Все, он на чиле, на расслабоне. И сейчас тоже вот он лежит в теплом одеялечке, отдыхает. И мы вот взяли как раз-таки коляску летнюю, которую покупали в начале влога. Она очень удобная, ну, в этом плане, что у нас был целый чемодан. Вот все равно мы едем, хоть и на сутки по факту, но настолько вещей, это невозможно описать. И все. И эту колясочку рядом положили, сложили, она очень комфортная. Если бы у нас была люлька, шасси, это реально, ну, много места нужно. А тут вот автокресло осталось в машине, мы его даже не забирали по факту. Завтра также его посадим, и все. И сейчас вот он комфортно в коляске себя чувствует. Ему не нужно лежать вот в этом автокресле. Ну, блин, кайф. На самом деле, пока что, как минимум, не пожалели. Очень хорошее решение, как мы считаем. И все. Мирошечка сейчас уснет, будет отдыхать, у него будет сон. Уже в целом ночной, наверное, потому что время часов 9-10. Уже все, он так в сон, можно сказать, в ночной уходит, да? Он, конечно, все равно просыпается каждые 2-2,5 часа. Ну, редко спит он 3. Ну, 4, это вообще, наверное, 2 раза было за все время, я уже говорила. Вот. Ну, потому что он просыпается, конечно, покушать. Вот такие вот делишки, в общем. Давайте я вам покажу обзор. Вот здесь вот у нас стол. Вот там вот у нас второй этаж. Честно говоря, я туда даже сама не поднималась. Господи, боже мой. Та-ра-ра-ра-ра. Ой, здесь прям так жарко от бани. В общем... Тут, ой, так вкусно пахнет какой-то, ну не кресло-качалка, я думала, она качается, гамак. Как вкусно бани пахнет. Здесь массажный стол, кровати, а, еще диван, ничего себе. Слушайте, я не знаю, как включить, а, вот, смотрите, оп, диванчик. Вот так вот, проходим. Ой, как вкусно баня пахнет. Тапочки у меня спадают. Спускаемся. Ту-ру-ру-ру. Как я уже говорила, здесь новый комплекс. Поэтому, конечно, все прям такое свеженькое. Диванчик вот здесь вот. Медведь какой-то стоит. И парная. Душ. Вот такой вот этот. Уборная, наверное, да. И банька сама. Знаете, прям так тепло, хорошо пахнет. Я Мирошечку уложила. Он отдыхает, кайфует. На свежем воздухе тоже. Ну что ж, друзья, наверное, на этом уже конец влога. Мы пришли домой. Ложимся отдыхать. Уже все, все такие. Собственно, спасибо большое, что вы посмотрели этот влог. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Что еще? Звоночек, туда-сюда, 5-10. Хочется, если честно, очень сильно спать. Я вас люблю, целую, обнимаю. И пока-пока.